Для того, чтобы совершить покупки в нашем магазине, то есть в магазине без упаковки, вам нужно для начала с собой взять какую-нибудь тару. Это могут быть мешочки, это могут быть баночки, это могут быть, в принципе, и полиэтиленовые пакеты, если вы их используете многоразово, это тоже хорошо и подойдет. Вы приходите со своей тарой. Мы здесь взвешиваем. Если у вас нет своей тары, или вдруг вы забыли, или так получилось, что она где-то осталась, но вам очень нужно сделать покупки у нас, то мы можем представить бумажные пакеты. Их можно сдать в переработку, и это тоже будет хорошо. Вы к нам приходите, мы вам все взвешиваем, вашу тару, и вы благополучно уходите домой, варите кашки, кушаете сухофрукты и орешки. Мы покупаем товар тоже в упаковке, естественно. Если это крупы и бобовые, там сахар, мука, то это мешки по 50 килограмм. Мешки, они идут с маркировкой ПП, то есть это пятая категория пластика. Его можно сдать в переработку, у нас его принимают. Мы их сдаем, в принципе. Печенье и сладости мы покупаем в коробках, они тоже картонные, мы их тоже складываем, тоже сдаем в переработку. Да, кило 200.